Всем привет, ребят, с вами Алексей, и сегодня в ностальгической рубрике мы поиграем в Том и Джерри на PS1. Играть буду один. Помню, я частенько заходил в нее. В общем, что она из себя представляет, сейчас вы увидите. Я, возможно, маленько подробнее расскажу. В общем, игрушка была простенькая, но интересная. Мы играем за Джерри. По-моему, да, ведь? Точно. В общем, что мне нужно сделать? Я должен бегать по дому и делать подлянки коту. В принципе, этим и занимается. А Джерри в Том и Джерри. То есть, допустим, вот я беру пылесос. Я могу и сам, по идее, на него попасться. Вот он пытается меня ударить, убить. Победить. Вот моей жизни. И там его жизни снизу. Также, по идее, можно играть на двоих, допустим... Один играет за Джерри, другой за кота, то есть за Тома. Вот он попадает сам на некоторые подлянки. Тихо. То есть я включил таймер музыки, подойдя потом туда снова, включается мелодия. И в это время можно его заколупасить. То есть чем-то ударить, допустим. Холодильник тоже. Но на обратном пути я могу и сам на него попасться. И он будет использоваться. Так, котяра, сейчас я тебя влеплю. Надеюсь, он мне доску не поставил. Тут еще можно как бы хитрить и обходить все это дело иногда. Во, попался на холодильник. То есть не все эти самые... Возьми. Не все подлянки отнимают жизни. Некоторые просто тормозят его, допустим. Так, ты не открываешься, ничего. В общем, постепенно, по ходу прохождения, мы будем попадать во все новые и новые части дома. Как мне помнится. Раньше это было очень весело. Лично для меня. Есть, конечно, еще много хороших игр на PS1, но это чисто для развлечения. Тут нет никакого особо интересного сюжета. Мы просто гуляем и боремся с котом. Ай-яй-яй. Возьми. То есть можно примерно понимать, где он находится, да, чтобы не попасться на него. Сейчас он выйдет из кухни. А, он пошел в комнату. Давай, давай. Споткнись на желе. Так, а вот на мышеловку, думаю... А, да-да-да. Попался. И заметьте, жизни-то у меня мало осталось. Давай, возьми. Закуси телевизор. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 нет. Доска пока что не используется. Так, пусть будет холодильник. Иди сюда. Пылесос сейчас возьмем, включим. Ну как включим? Типа таймера, я же говорил. Он мимо него пройдет, и он заработает. Победа. В общем, первый раунд пройден. Так, боулинг, драка, сохранимся. Мне раньше приходилось карты памяти покупать отдельно к PS1, чтобы сохранять себе любые игры. Она стоила там, по-моему, рублей 200. На эмуле, разумеется. Так, поехали. Разумеется, мы не сразу будем попадать в новые части дома, а потом как-то постепенно все это. Будут открываться новые способы. Вот, можно метелкой, чем-то еще. Вот, только что он использовал, было видно. Сам попался на мышеловку, дурачок. Так, у меня все заполнено уже. Чем бы в тебя захлестнуть? Ну-ка возьми. Блин, кажется, я промахнулся. Уже использовалось кое-что. Мимо. Помню, минус в том, что... при игре вдвоем... Тут, по-моему, только эти комнаты есть, а все остальные, по-моему, не открывались больше. Не было возможности их открыть. Только так все. Ну, прикольно. Или, по-моему, приходилось там, по-моему, проходить основную на одиночку, чтобы можно было бегать по новым частям дома вместе. Да как так-то? Я не мог промахнуться. Ну вы чё? Так, бананчик. Окей. Там я не буду ходить.
Тоже за подлянкой. На пылесос два раза. Ну, это что такое, вообще не очень. Тут вообще можно сложность поставить, интересно? Ну, я вот не помню. Тут вот пауза есть. Вот такая пауза. Только на старт нажимаешь, а вот менюшки самой нету. Ай-яй-яй. Твою не знаю. О, вон комната с боулингом. Ой, боулинг, это самый бильярд, точнее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уйди. Закуси. Ну-ка, получи. Он живой еще, да, быть не может. Он включается в мультики. Том и Джерри в Том и Джерри. Прикол такой раньше был. Подбегали, бывали, путались и... вместе попадались. По-моему. А может и нет. Так, памятка. Давайте сохранимся на памятку. Доступ. Так, перезапиши. Да, перезаписывать можно только, по-моему. Вот обидно, что раньше на Денди, на Сеге нельзя было сохраняться. Начиная с PS1 уже можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Том и Джерри пока посмотри. У меня, к сожалению, нечем тебя ударить, но ладно. Мяч для боулинга. Больно будет. Так это не используется, жалко. Где только бегать раньше нельзя было. Вообще, прям так интересно было в новых местах бегать. Все везде там новенькое узнавать. О, блин, я думал они... Нет, конечно. Ай, нет. Возьми. Взаимно. А я тоже могу? Иди ко мне. По-моему, у него жизни стали отниматься поменьше. Ну, тем интереснее. Вот Том и Джерри. Кто не любит Том и Джерри? Нет таких людей. Иди ко мне. Да ё-моё. Ну-ка, иди там. Попался. Ага. Тоже. Умеет. Делать такие заподлёнки. Подходи. Ну-ка, иди сюда, я тебя отметели сейчас метелкой. Вот он взял их. А почему я попался на них? То есть можно когда-то их брать, а когда именно, я вот не могу понять. Возьми. А, все готово. Прикольно. Так, дальше у нас испуган кота. Может, испуганный кот или типа того. Так, это нет, перелистывать только в начало. Дальше еще пока что нельзя. Чуть-чуть подвисает иногда. Эмулятор же. Идеально быть не может ничего. Так, и вновь поехали. Вот сразу за мной бежит падла. И сам на своей же. По идее это. Твоя же, ты же поставил. Опа, клей. Это клей ведь, да? Он мне жизни... Да, отнял жизни чуть-чуть. Сейчас я шаром для боулинга снесу. Возьми. Как так-то, а, блин? Немного неровно встал. Так, шипы сейчас возьму. Вот так тихонечко подойду. Поставлю. Ага, и хрен. И мимо. Ты меня ударил, что ли? Блин. Иди ко мне. До конца сейчас тебя прибью. О! Совком сейчас заколочу. Погоди, погоди, погоди. Я еще не закончил. Но у него немного осталось. Так, на клей я больше не попадусь, надеюсь. Вот тоже на клей попался. Обменяемся, да? Так, попадешься? А он тихонечко взял мое же. Какой ты умный черт, а? Ай-яй-яй.
А, книгу кидаться можно, оказывается. У меня просто места не было для нее. А, нет, было, просто я не успел взять. Ну-ка, 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 тихонечко. Блин. Ну это жизни не отнимает. Это так просто. Так. Давай-ка вот сюда поставлю. Ты идешь, нет? Ой, забыл убрать. Попал все-таки. Так, вот тебе пылесос. Так, сейчас я желе поставлю еще. Прям вот. Прям вот. А, надо кидаться им, оказывается. Ай. Блин. Ну постоянно вот то я, то он, то я когда собираюсь кинуть, так он кидает меня. Вот почему не мог там поставить его? Вот в этом месте прямо прохода. Ух ты! Туда тоже можно, что ли, оказывается? Ай. Блин, мне почти хана. Нужно его ударить, да поскорее. Блин, я промазал. Иди ко мне. Да ему хана. И мне почти что. Как бы там ни было, победа. Знаете, я думаю, я прямо сейчас ее пройду. Серьезно. То есть за одну, скажем так, ностальгическую серию я пройду ее полностью. Не такая уж она и длинная, тем более, что не так сложно просто, ну, убить котика. Ну, как убить? Это, наверное, слишком грубо. Победить его, скажем так. Музыка меняется. А чё это за это самое? Появились утята. Я помню, он из мультика, но... Чё нужно с ним сделать? А, видимо, нужно найти его. Он собирает их, нужно у него их забирать. Вот тоже прикольно, помню, было. Тоже есть стимул валить его постоянно. И не дать ему это сделать. Ну-ка, отдай мне его. А куда мне потом девать его, я не помню. Куда-то нужно, по-моему, его отнести. В безопасное место. А, в пруд? Ясно. Динамит. Ох ты, какой, блин. Хотя не, стоп. Я поставлю ее, знаешь, ты где? Вот прям здесь. Блин, мимо, не в ту сторону повернулся. Окей. Нужно периодично за ним следить, чтобы он в этих местах мне западлянки не сделал. Потому что я, бывает, не смотрю и попадаю в эти места, и тут на меня, допустим, падает гладильная доска. Неприятно становится. А я быстрее бегаю, чем он. Отдай мне утенка. Котяра. Курочка, прикиньте, он уже смог... Он уже... Фу ты, извиняюсь. Он уже испек ее. Или печет только еще. В любом случае, я не смогу ничего сделать с этим. Причем я не смогу ее взять. Даже две запек уже. Капец. И заметьте, тут его бить бесполезно. Где они все? Бить-то его можно, чтобы выбить из него то, что мне нужно. Так, утята, утята. Где же утята все? Так, пошли со мной. Отдай мне утенка. Зараза. Мой утенок. Я отнесу его в безопасное место. Не лезь ко мне. Динамит поставил. Какой смысл? Отлично. Я хоть живой остался. Что? А, проигрыш, ну конечно. Три утенка у него уже. Дальше. Какой хитрый котяра, а? Ох, зараза, а. Давай. Теперь я понял. Так бы сразу, если бы объяснили, ну тут сам понимай, как хочешь. Иди ко мне.
Так, пока он никого не успел. Попадает сам на свои же ловушки. Так, никого. А где они вообще все могут быть, а? Так, один из вариантов. Нет здесь никого. А здесь тоже никого. Как это понимать? О! Ах ты! Он печет уже, что ли, или что? Возьми. Нет, как бы там... А, это для него. То есть, это я с его взгляда все это видел. Я, конечно, все понимаю, но... Где он вообще этих хоть отберет-то? Почему я их не вижу? Не нахожу. Ага. Коридорчик. Давай, попадись мне. Отдай мне утенка. У него, значит, один утенок, по идее. И как мне с этим быть? Он ведь нашел утенка. Как мне с него его выбить-то, а? Где остальные утята? Так, есть. Возможно, для меня и для него их всего по три. И кто их успеет, тот и все. Тот победил. Ай. Нет никого. Ай-яй. Блин, где-то в том же месте, что ли, их искать? Отстань от меня. Вот в том месте утенок появляется. Слишком однообразно, по-моему. В этом месте. Какие-то награды еще. Отпусти его. Котяра, блин. Мой утенок. Ай, да как так-то? Да он при мне все еще. Да, блин, заколебал. Я путаюсь тут еще. Застреваю в некоторых местах. А где утенок? Почему утенок с ним? Слышь, ты мне утенка отдай. Прикиньте, утенка нету. Он, кажись, успел. Он поджарил его. Или нет? Не знаю. Последний утенок. Три утенка надо. Вот так-то. Так, папа идет в гости, наверное. Помню, там потом Спайк появится, собака-то. И, по-моему, еще будет доступен второй этаж. Точно не припомню, но, по-моему, так и есть. Иди ко мне, давай, ай. Ну, мы снова с жизнями, так что будет поинтереснее. Хотя как, там тоже было ничего. О, это куда это я пришел? Это будет больно. Да, он сам попался, в принципе, в итоге. Блин! Ты взял, что ли? Теперь совком тебе сейчас. Тут тоже, оказывается, можно еще и печку подстроить. Так, а в остальном, если? Тут больше... Ох ты! Тихо-тихо. Ага. Вот такой путь, значит. Вон там Спайк должен сидеть. Что это такое? Склад, походу, какой-то. Прикольно, блин, столько всего, что я даже не помню ничего. Что делать? Палка, видимо, можно и бить, возможно. Ай. Возьми. Молотком сейчас тебе. Он почти готовый.
Так, вот палку можно взять, да. А вот таким образом мы попадаем домой. Типа сделаем там кружок какой-то. Иди сюда. Красавчики. Выстрел решил. Прибил котика. Добегались, в общем. Сумерки. Прикол. Давайте. Начнем без сейва. Так, вижу два совка. Это не совок? Что это такое? Даже не помню, как это называется. Во, второй этаж. А там пока что недоступно. Не знаю, слышите ли вы, там у нас сверлит немного. Жалко будет, если слышно. Сдохни, котяра. В конце концов, так, Сёгу. В общем, я дождался, пока они закончат. Они закончили, походу. Может, временно, может, нет. Так, ну, в принципе, в этом месте как бы особо нечего делать. Потом, возможно, будут другие комнаты открываться, но не знаю точно. Вон вниз нельзя попасть, в те комнаты. Ё-моё, отстань ты от меня. Сейчас тебя в вазы кину. Оба мимо. Прямо... О, диван появился, прикиньте. А что с диваном можно сделать? Да ничего, походу. Опять свернет. Музыку послушай лучше. Можно так, по идее, пробегать. Незаметно. Трижды сейчас ударю тебя. И все. Опять они вроде бы закончили. Что-то я особо ничего не нахожу. Да, посмотри пока что мульты. У нас с тобой. Так. Чашку. Блин. Что-то я вообще не очень. Сейчас сам сгоришь. Ай-яй-яй. То есть можно тихонечко проходить здесь, и ты не заденешь это, оказывается. Вот чего я не знал. Да отвали же ты от меня. Да пусть здесь. Так, прямо у входа. По-моему, время заканчивается у нас. Хоть могу ошибаться, но вроде так оно и есть. Блин. Ну, я прям мазал за того, что он попался. На шипы. И он готовый. Еще чуть-чуть, и я тоже все. Победа. Ох, насос, сколько же здесь уровней-то было. Не сказать, что сильно много, но все равно... Это, возможно, будет последний, но не вариант. Телевизор, по-моему, принесли вот в это место. Сделали небольшую... А, не, он тут и был. Пока ты смотришь. Куда ты так тихонечко бежишь? Отстань. Снова? Блин. О, музыка знакомая. Прямо из мультика. Надо будет потом Том и Джерри пересмотреть. Что там было, да как? Так, кружку тоже кинем сейчас. Закуси. Утюгом тоже. Ай. Ну-ка. Смотри, получается, мы так проходим, и якобы здесь есть ловушка. Да, это я включил. Так. Давай, беги. А, либо он не задел ее там, прошел там, как я, тихонечко, сбоку. Либо там она не настроена. Ну, все, почти. Нет, конечно. Да как так можно-то? В него вообще попасть нельзя никак. Еще немножко и все. Кому-то хана. В общем, быстро, да, все проходит. В течение 5 минут. Даже меньше. Все, котик готовый. Быстро.
Так, какие-то коньки, короче. Е-коньки. Перевод, как всегда, рад. В общем, такая вот игра немного однообразная на самом деле, но в компании с кем-то это проходить раньше было очень интересно. Хотя там, по идее, в компании было не прохождение, а тупо беготня. То есть вы друг друга убиваете, в принципе, как и я. С ним, в одиночку, тоже так же, но там-то поинтереснее было. О, шарики появились. И мы близко друг с другом находимся. Красавец. Прямо на шариках. Промахнулся. Иди ко мне. Блин, не успеваю. Сделал западлянку, молодец. Ну и я попался в итоге, а не он. Хитрец какой. А он не взорвался или что? Вроде взорвался. Тут вообще новые локации появились, нет? Да блин, вот когда я хочу сделать, что-то он сделает специально. Нужно еще правильно встать, чтобы его можно было ударить. Ай. Хрен. Так, пылесос. Может, там сбоку еще комнаты появились, хотя... Окно, окей. Что-то новенькое. О, комнатки. Прикольно. Но он почти сдох, поэтому... Блин, много лишнего. Кубик еще можно взять. Тоже кинуть его. А что у нас? Чердак. Ага. Стоп, это можно подставить ему. По-любому. Сейчас подставим. Посмотрим, что будет. Вот дурачок. Как так-то, ё-моё? Как я мог промахнуться? Иди сюда. Иди ко мне. Там еще одна. А, это совмещенная. Отстаньте от меня. Так, это означает, что время уже все поджимает. Ну подскользнись ты. Бегай долго. Че ты взял? Сколько можно уже бегать? Еще и я поджарился. Ты меня бесишь. В конце концов, ну сколько можно? Ну-ка. Сейчас ему хана, походу. Я уже все просто использовал. Вот наконец-то ты смог. Ты подскользнулся там. А время-то идет, по идее? Наконец. А у него много чего было. А я использовал все вообще. Все, что у меня было. В общем, все дальше, дальше и дальше. Сейчас мы пройдем последнее со Спайком. И на этом все. Многократные победы. Здесь, если вы не победитель, то вы не побеж... То вы дальше не проходите. Не помню, что здесь нужно сделать. Может, Спайка ударить там или что? А, нужно, чтобы... Нужно пошуметь. Больше шума, чтобы нужно было. А он должен его успокоить. Ага. Тоже. Прикольно, нужно сделать так, чтобы он проснулся. И надавал ему люлей. Больше шума, короче. Ну, давай уже, иди ко мне. Что такое долгий-то? Хорошо. Пусть будет так. Во! То, что нужно. Хотя, по идее, он меня не бьет даже, он ничего не... А, он собирает что-то, но не использует. Как мне нашуметь-то?
Вот что интересно. Ну вот так вот. Походу. Что сделать-то нужно? Какой-то, видимо, гудок найти, я не знаю, или пошуметь чем-то особенным. Телефон можно? Нет, нельзя. Что ж найти-то можно? Чтобы хорошо погудеть. Он вроде не пытается меня особо бить-то. Вот он взял трубу только что. Ну-ка иди сюда. Об этом я не знал. Ай-яй-яй-яй-яй. Как вы там шустрый. Ай. Заклепал. Отдай мне трубу. Где труба? Я не понял, куда делась труба. Кажется, он смог. То есть он трубу сломал вообще. И поэтому мне нужно бежать за новой. Если бы я знал, где он находится. Вот, новенькая здесь. А, это, по-моему, это самое, которое наоборот успокаивает. Нет? Вроде она и есть. Ха, сейчас проверим. Так, наверху ничего. Отдай мне. У меня места нет просто, поэтому оно, видимо, не выпадает у него. Так, подвисание. Начались. Да заколебал ты бегать уже. Я не могу, это никак вообще. В конце концов, отдай мне ее. И долго я бегать должен. Дождусь, может. Но вряд ли, походу. Блин, как же с тобой. Заколебал уже, а? Все, наконец-то. Не знаю, поможет ли это вообще. Может, нужен гудок именно? Хотя нет. Кажется, я понял, что нужно. Так, динамит, да? Сам попался. Так, это что такое? Это свисток? Свисток, кажется. Бесишь ты меня. Тяжко становится. Ловушек мне понаделал целую кучу. Ага, на каждом шагу вообще. Только здесь нету еще. Хватит бегать уже. Я ничего не успеваю. Он бегает, верно, и свистки ломает. Поэтому появляются новые. Иди ко мне. Вот он на него. Ты бесишь бегать уже. Блин, ну так сколько можно? Вот все мимо. Я взял свисток. Блин. Что, не очень, что ли? А, в принципе, у меня почти все. Так, надо последнюю. Где мне найти? Так, ему требуется там... А, вон, ну, мусорку хочет выбросить. Так, тут ничего. Где то, что мне нужно? Много лишнего постоянно набираю. О, часики. Но это мне, скорее всего, не поможет. Требуется немножко другое.
Нет, ими вообще кидаться нужно. Так, где может быть гудок, который мне требуется? Ну, зашибись. Ну, по-моему, он выкинул, нет? О, нет. Я просто не знаю, где их искать нужно.